И здрасте. Погода испортилась. Вчера весь день лил дождь и межаялся. Иногда солнышко такое пробивалось, но лил. Ну и нам не до похождений было. Решили мы сменить направление совсем. Хватит уже. Те места, где мы последние выходы делали, которые нам, в общем-то, неплохо давали, выключились. Значит, хватит. Значит, их надо оставить в покое. Вот. Поэтому сегодня разведка. Через поле за моей спиной шла дорога. Там берег реки. И несколько леснин таких высоких. Ну, их надо проверить. Ой, опять дождь пошел. Вот, их нужно проверить. Ну, и дорогу заодно посмотрим на поле. Сохран, скорее всего, если что-то здесь будет, будет, наверное, не очень, потому что здесь глинистая земля. Посмотрим, может, серебришка, да? Хотя вряд ли, конечно. Ну, посмотрим. Разведка. Что покажет, неизвестно. Так, спустились к реке. Такой вот язык поля здесь с возвышенницем. Там внизу речечка. Интересно его обследовать. Ну, первая монета. Вот с копейки 61 год. Красного цвета. Здесь глина. Вот так. Чуть-чуть не то. Да ладно. Ищем. Так, переехали оттуда. Там разведка не удалась. Даже не потому, что сигналов нет. Сигналов тут, конечно, много. В том числе и проволочных. Но единственная проблема. Там такая глина. Там жижа. Там, ну, выходишь за день 5 медных монет, а они будут, к сожалению, смысла никакого нет. Вот, смотрите, что выпал. К сожалению, не целый, а был бы классный. Смотрите, покажу. О! Узорчатый, ну, такой с пупочками. Но только кусок. У нас каждый год май – это прям какая-то трагедия. Да, мы маемся в мае, у нас никогда много находок не бывает. Уже из года в год почему-то это продолжается. Апрель – великолепный месяц каждый год. И летом более-менее. Май – нафиг. О, шмули летают. Камень лежит. Заберем для сада камней. От камня-то недалеко отошли. Спускаемся, как бы. Цель вот чуть-чуть там пройти. Берегом реки. Ну и серебрушка. Сейчас, где свет? Блин, против солнца ничего не вижу. Ну, такая серебрушечка вполне в себе в сохранчике. Какой год-то? Год у нас 72-й. Лайк. Прошли здесь чуть-чуть возле... Березы покрутились, больше ничего не было. Вот, чуть-чуть решили в поле сейчас отойти. Выскочил крестик-лепесток. Я его мучить не буду, он в эмальках. Потом помоем нормально и посмотрим. Ну, целенький. Отлично. Отлично. Смотрите, березка старая. Там валуны и кругом камни разбросаны. Куча чернины. Ну, чернина, понятно, что здесь трактор упарывался периодически. Что-то мне кажется, что там крестик я поднял здесь вот такую фигуньку. Сначала думал, просто втулка. Какая-то тракторная, а нифига. Какая-то украшалка, покажу. Где солнце? Видите, галочками украшено, такими покрашенное было. Еще это такое, не знаю, может, бусина какая-то. Здесь, скорее всего, какое-то строение было, я так думаю. Вот. Но тут уже история умалчивает. Здесь спуск такой. Скорее всего, здесь как будто был накат когда-то. Но это, скорее всего, советский, потому что копеечка поздняя советская выскочила. И пробки. 74-й год и пробки. Здесь, ну, здесь была дорога через овраг, туда он уходил. Скорее всего. Вот. А здесь такая вот леснинка на берегу. Надо ее посмотреть. Выбрались из леснинки, там цепочку старую какую-то нашел, ну, крупную, медную. Или латунную, не знаю, убрал уже. Здесь видно накат, вот он шел через брод. Ну, это советский тракторный накат, потому что убитый совет тут попался. А здесь сейчас я еще яму не закопал, рядом все.
Здесь конина. Достаточно крупная. Так. Интересненько, интересненько. А вот и дождичек к нам чешет. Ну, это херня. Вскрыл грунт. Оп. Оп. Павел. Убитый, наверное. Слушай, давно Павла, кстати, не было. Копеечных явно не было. Он стерт при жизни. Да. Сохран более. Здесь внизу, там вот, там песок, грунт. А вот здесь в яме, где дорога, вот где я сейчас совет снимал, здесь глина. Ну, плюс здесь удобряли. Удобряли. Конечно, он и при жизни был затерт. Да. Ну, и так себе. Убитенький. Печаль, беда. Так, у меня была орляночка, пуговка, но, к сожалению, съедена. Тетя Люба, дурка поздняя. Опять какой-то упырь не закапывал ямы. Она очень съеденная. Ну, почему, 61-й год, вполне себе. Ну, копейка теперь, 2 копейки. Ну, опять душечку. Потом 3 копейки. Ну, надо же. 5. Всю монетницу собрать. Помните, в советские времена монетница была? Сейчас прикреплю. А, да. Так, кто помнит, тот поймет. Вот такая вот таковина. Прилетела. Мы четко успели до машины дойти. Ну, быстрым шагом, конечно. На сегодня все, но не переключайтесь. Продолжение. Гроза. Такая пуга гирька. Палец я покоцал, забинтовал. Извиняйте. Все покажу. Если получится. О! Офигительно, целенькая. Потом отмоем, посмотрим. Гиричка была. Рядышком лепесточек целый. Это очень хорошо. Прям замечательно. Смотрите, возле дороги прям сидит енот. И походу он бешеный, он нездоровый вообще. Там даже машина, он весь в клещах, в какой-то херне. Ну, жалко зверюху, но ничего уже не сделаешь, ладно. День следующий, солнечный. Грозы пока нет. По полю ехали, поле такое, после гроз уже такое, чвахлое. Проваливается машина. Ну так, ходом проскочили. Тракторный накат, там вообще колеи дикие. У меня даже патрол не проходит. Кто здесь бывал, тот узнает. Урочище. Мы уходим
ведь вон то поле в сторону вон того леса, то есть урочище-то мы не будем ходить. Так, краешком идем. Выпрыгнул вот такой крестяра, лепестяра. Здоровый. Пшик-пшик-пшик. Не могу сказать, что прямо он. Че? Ну, на кислый. Ну, он и подубитый. Здесь удобряли, здесь овинники были, ну, естественно. Ой, он, да, он совсем. Но целый. Ну, вот так. Трава лежит, сейчас еще походить можно. Продолжаем идти по этим овинникам. Или тут они были, или нет. Видите, привет. Какая крапива, я не понял. 53. Какой? 53. 53 трешка. Где-то здесь были частные выкосы, ну, то есть косили. Для собственных нужд уже, по-моему, когда и деревни-то не было. Мухи. Мухи. Трояк. Я в лицо лезу. Забираем. Кукушка. А у меня... Не буду отмывать, шоркать. Щитовик. Пятнашка. Движемся вон к тем леснинам. Очередной крестик. Да, здесь сохран, конечно, печаль. Очень жирный. Да. Ой, ну ладно, что ж теперь поделаешь-то. Выкопали. Следующий крестик, лепесточек. В общем, забираем, конечно же. Ой, погода хорошая. Вроде солнышко светит и ветер. Во-первых, тучи все с облаками с крупными сгоняет. А во-вторых, не так жарко. Прям обалденно. Пока. Дальше видно будет. Тут вам и другая жизнь. Как мы в лесу на елке катались. Первая. Вторая. Третья. Ракета. Приехали. Сваливаем. Клещи кругом. Прикольную хрень сейчас достал. Смотрите. Камешки прям кругом. На медной основе. Какая-то украшалка была. Я не знаю. Советская, не советская. Зелененькие, красивые. И такого вообще никогда не находили. Здорово. Забираем. Вот и имперский сожженный. Нет, это Катя. А, Екатеринка, да? Ну, они убитые все. Здесь ожидать другого не приходится. К сожалению. Так, друзья, наши нынешние похождения, к сожалению, закончились. Прилетела гроза. Мы быстренько свалили. Поле опасно. Снизу глина под стерней. Идешь и тонешь. Машина тяжелая, 3 тонны практически. Ходом ты, конечно, вылезаешь, но в дождь хуже. Вот, чтобы уже не рваться оттуда. Нашли мы этого енота. Сейчас, к сожалению, мертвого. Дальше уже от этого моста он ушел в сторону леса. Опять нечаянно на него наткнулись, уже лежал. А вот, ну, бог с ним. Да, естественно, отбор мучился. Ходок мало в этот раз. Маята. А? Маята майская. Маята майская. Или майская маята. Вот. Но все равно воздух свежий. Особенно после грозы. Вот вчера была гроза. Сейчас снимал, здесь раньше видели. Такой воздух обалденный. Все вирусы вылетают из организма. Ничего не остается. Рад, что гуляли с нами. Будем вас в дальнейшем видосами радовать. А вы ими делитесь, если не сложно. Подписывайтесь, ставьте пальцы. Всем здоровья!